Всем привет! Сейчас я буду распечатывать посылочку из Китая. Это должен быть TV-бокс Sunwell T95M. Вот номер посылки для продавца. Доехал недельки за три. В принципе, должно быть с ним все окей. Так, открываю. Открываю с самой безопасной стороны, вот здесь. Вот здесь. Есть. И второй прорез сделаю. Вот так вот. Есть. Вот такая коробка. Так. Открываю, смотрим. Все ли с ним в порядке. Так. Здесь все окей. Упакован номер. 2 гига ОЗУ должно быть. Так, и антивибокс. Евророзетка. Обязательно. Евророзетка. Так, есть на 2 ампера. HDMI кабель входит в комплект и пульт. Пульт, соответственно, без аккумуляторов, без батареек. И руководство пользователя. Русского вроде бы нет. Русского языка нет. Есть английский и все остальные. Вот такой TV-бокс. Сейчас я его проверю на работоспособность. Так, откладываю коробку в сторону, инструкции тоже. Ну что же, так, HDMI кабель тоже откладываю, ну собственно, чтобы он хотя бы заработал внешне. Такс. Вот такие входы в нем есть. Питание, аудио, видео. Ethernet, HDMI, SPD-IF. И с другой стороны под флешку OTG, USB 1, USB 2. Такие входы. Вставляю питание. И сюда. Итак, TV-Box загорелся. Boot, загрузка и время показывает. По данным параметрам мы можем судить, что этот TV-Box работает. Но далее я покажу, как он работает на экране телевизора, как выводит изображение, как проигрывает видео.